Я в восторге, особенно от последнего наряда, потому что это абсолютно сценично, абсолютно динамичное, такое очень страстное платье. Такое, ну, не для каждой песни, понятно, не для каждого выступления, но я люблю такие роковые вещи. И мне очень понравились и по качеству, и по фактурам, по покрою. В общем, наряды, можно сказать, все мои. Что свадебное платье, я бы в таком, кстати, вышла замуж, что второе бежевое платье. Девочки молодцы. И особенно приятно, что это мои землячки. Они тут рядом сидят, неудобно при них их хвалить, но я похвалю их. Смейтесь. Я с радостью и с гордостью их похвалю. Отдельное спасибо и восхищение Тимуру, который привез украшения от Петра Аксенова. Тимур, мало того, что сам по себе деликатнейший, он был нашим просто уникальным диджеем. Он задавал такую музыкальную тему, что включал самую правильную музыку, и настроение мое просто вау, взлетало. Спасибо ему огромное за эту чуткость, за хороший музыкальный вкус, за украшение Петру. Отдельное спасибо, что они все восхитительны, каждый с отдельной фишкой. В общем, мне кажется, съемка получилась с чем-то особенным, с какой-то уникальной задумкой, изюминкой, начинкой. И я верю, что результат будет классным. И фотографу особенное спасибо за твою чуткость, за то, что позволяла мне быть такой, какая я есть, потому что это важно, давать свободу. Я очень этим дорожу. Всем спасибо! Сегодня утром мы вошли в студию, светило солнце, и я подумала, какой классный свет, все, ничего не понадобится, так и снимаем. Прошел буквально час, и небо затянуло тучами, наступила полная темнота, и все забегали, начали пытаться выставить светильники. Но, тем не менее, все прошло классно, все было красиво, свет все равно нам включили такой, как надо. Сегодня было здорово, что в какой-то момент прекрасный человек просто за моей спиной прошел, принес огромное зеркало и поставил прямо напротив модели. И я заметила, как у нее просто вот так изменилось сразу выражение. Она почувствовала себя намного увереннее, потому что она видела то, что она делает. Ей это было очень удобно, и это просто зажгло съемку в плане того, насколько быстро и эффективно все пошло, потому что она видела то, что она делает. Она быстро могла менять настроение, позы, и даже вообще не приходилось сегодня ничего говорить. Это очень здорово, и как для фотографа это просто идеально, когда модель сама знает, что она делает, и делает это красиво. Самое классное, когда такая потрясающая энергетика на съемке, когда все знают, что они делают, и в то же время дают друг другу пространство для творчества. Love the way you lie.